Все бывшие пионеры и все будущие пионеры. Встречи с искусством всегда готовы? Да! Подавляющее большинство авторов, выставленных в галерее работ, никогда не были пионерами. Но 19 мая запомнят как настоящий праздник. Это их первая выставка, первый успех. Если вы здесь походите, посмотрите, то здесь присутствуют в основном это коты, рыбы, а еще коломбиана. Коломбиана, ну это тоже такая девушка, которая обязательно носит маску, и она яркая. Мелочиться юные таланты не стали и взяли за основу своих произведений работы великих мастеров-живописцев. Леонардо да Винчи, Агюста Ренуара, Фриды Кало, Гюстава Климта, Пабло Пикассо, Сальвадора Дали. Эта работа, она сама по себе. Такая немного унылая. Вот. Я решила сохранить то, что сам оставил автор, но изменить некоторые детали. Ну, там была голова льва, но я больше люблю собак, поэтому решила изобразить свое любимое животное на этой картине. Собаки и кошки, появившиеся на полотнах великих мастеров, плод фантазии молодых художников. Идея для творчества и подражания Марии Нестеровой. Хотя сама педагог так не считает. Дети творческие, самостоятельны в принятии решений. Я подумала, а почему бы не заменить девушку на шаре на кошку, а мужчину на кубе на кота? Логично же, вполне. Дети выбирают картину согласно своего характера. Вот правда. И когда они пишут ее, если вот сравнивать с персонажем, то есть они какую-то частичку себя, чего-то похожего себя туда, вырисовывают. Каждая детская картина была отмечена специальной грамотой от администрации выставочного центра. Не обошли вниманием организаторы и педагога. Для этой выставки она написала немало картин, где помимо котов присутствуют рыбы, птицы и бабочки. И в каждой работе, если присмотреться, можно увидеть тайный смысл и свежую идею. Какая идея этой картины? Здесь бабочки, полет. Опять. Синий фон, яркий красный. Если вы обратите внимание, здесь красный, белый, синий, да, как российский флаг. Где-то еще патриотизм есть. Ну, плюс еще хотелось какого-то движения. А вот эти брызги, вот эти вот, вот такие вот симпатичные, это и есть движение. Движение вперед и вверх, к летнему позитиву, к мечте, которая обязательно сбудется, если сильно захотеть. Такое желание у ребят есть, пока рядом с ними педагог, который не просто учит рисовать, а помогает любить рисовать. Она объясняет нам простыми, легкими словами, как правильнее научиться рисовать. Также она очень общительная и всегда поддерживает нас. Маша просто веселая. Выставка продлится до конца июня. Если понравится картина, ее можно купить. Не продается только талант, который живет в каждом ребенке. Нужно только уметь его разглядеть. Остальное – дело техники. Александр Наточев, Иван Петров, Светлана Нурик, «Городские новости», Артемовский телеканал «Лента».